Гороскоп на 3 января 2021 года по знакам зодиака. Астрологический прогноз составлен на 3 января 2021 года, московское, GMT плюс 3 часа 3 января 2021 года должно быть спланировано. Заранее, не стоит в этот день полагаться на интуицию. Также звезды предлагают этот день провести вне дома, покататься на коньках, например, только будьте осторожны. Овен, на первый взгляд, день складывается не так уж плохо. Вы занимаетесь тем, что вам всегда нравилось, и даже получаете от этого радость. Однако в середине дня появляется ощущение внутреннего дискомфорта, и, вероятнее всего, вы не избавитесь от него до самого вечера. Не пытайтесь улучшить себе телец, день был бы нейтральным и ничем не выдающимся, если бы не ваша удивительная способность любой негатив превращать в позитив. Сегодня тельцы и кузнецы не только собственного, но и всеобщего счастья. Неудивительно, что представители именно этого знака привлекают к себе массу внимания, оказываются близнецы. Будьте готовы действовать решительно, этот день как будто специально создан для того, чтобы вы проявили себя с лучшей стороны. Чудесно проходят романтические свидания, вы можете произвести сильное впечатление и вскружить голову и разбить сердце, степень. Воздействие вашего обаяния определяется рак, все хорошо, кроме вашего настроения. Оптимизм где-то заблудился, сегодня вашими спутниками становятся уныние, беспокойство, мрачные мысли. Вам совсем не нравится такое состояние, но избавиться от него не удастся, пока вы не выясните, в чем же его истинные причины. Лев, очень удачный день. Стоит подумать о том, что вы хотели бы изменить в своей жизни, сегодня вы поймете, как это сделать, приложив наименьшие усилия. Многие представители знака найдут новый источник доходов или получат значительную сумму. В этот день можно совершать небольшие поездки или дело, у вас есть шанс заключить чрезвычайно выгодные сделки. Однако для этого придется действовать очень быстро и положиться на интуицию, логика может оказаться бесполезной. Не стоит строить далеко идущих планов, пока вам неизвестны некоторые важные обстоятельства, которые придется учесть. Весы, этот день хорошо подходит для знакомств, обещает встречи с интересными людьми. Новые отношения развиваются стремительно и в самом благоприятном русле. Этот день наверняка понравится семейным весам, у которых будет масса возможностей порадовать близких людей. Скорпион, серьезное отношение к мелочам, повышенное внимание к деталям помогут вам обезоружить негативные тенденции и завоевать расположение звезд. Ситуация меняется к лучшему довольно быстро, даже если утро застанет вас не в лучшем настроении, к полудню от неприятных эмоций следа не останется. Трудно, стрелец, этот день приносит массу разговоров. Общение может быть как приятным, так и раздражающим, все зависит от того, удастся ли вам найти тему для обсуждения, которая, с одной стороны, интересовала бы всех, а с другой, ни для кого не была болезненной. Почему этим должны заниматься именно вы? Потому что Козерог, все неплохо, а местами даже хорошо. Могло бы быть лучше, но вы предпочитаете не жаловаться, а максимально эффективно использовать то, что доступно. Этот день благоприятен для тех, кто хочет открыть новую страницу своей жизни, и не так уж и важно, что конкретно под этим подразумевается. Вы готовы к Водолею, очень ярко проявляются лидерские качества. Представителям знака удается собрать вокруг себя компанию единомышленников, найти помощников для реализации любого замысла. Вы даете волю фантазии, и окружающие завидуют свободе ее полета. Рыбы, вам придется бороться с трудностями, преодолевать преграды, сражаться с врагами. Другими словами, день будет интересным. Однако результаты вашей сегодняшней деятельности не соответствуют затраченным усилиям, многие рыбы будут разочарованы.